I think that as a participant of the process, both as an author of texts, as a witness, and as a co-editor of one of the important poetry series, I have enough grounds to share my views on the situation and my experience as a contemporary, compatriot, a reader, and an author. And I would like to recite a few staple texts from the period, from the beginning of 2000s. В отдел кадров не могу отвести документы, устроиться на работу, потому что страшно. Из Жениного письма следует, что поэт А, чьи стихи я очень люблю, от моих, мягко говоря, не в восторге, не мудрено. Сквозь промозглую темноту Северного округа трамвай тащит меня в Останкино. От чего именно так болит сердце, агентство Reuters не уточняет. A book by Mikhail Gronos. He published only one, but it's being quoted, it's being remembered, and it's being successed. it was called Dear Orphans, Дорогие сироты. I have a translation of the first poem I'm going to recite, so I'll read in two languages. Я сирота и беженец, нету мне прибежища. У меня разорвана родина врагом. Был у меня батюшка, была у меня матушка, а теперь раздавлено все это сапогом. На Рижском, на Казанском и на Ленинградском я теперь живу, и это у меня дом. Поэтому печальный я сирота вокзальный, что у меня разорвана родина врагом. I'm an orphan refugee. There's no shelter here for me. And my home is torn to pieces by the foe. I used to have a father. I used to have a mother. And not all that is crushed. And now all that is crushed by boots with a steel toe. The different train stations in the center of Moscow is where I have to live now. I have nowhere to go. I'm full of lamentation. The orphan from the station, because my home is torn to pieces by the foe. And the specific nature of this genre is that the objective is not to illustrate a finished statement. The objective is the collaboration that results in a synthetic statement. Although chronologically, the poem is in most cases created before the video. Либо разрешались сами собой, либо отвергались бы, как мы думаем. Так же, но так, чтобы без сомнений вообще не было места. Дальше по такому же принципу. Но так, чтобы постоянная фиксация позитивных состояний каким-либо образом не привела бы к негативным результатам. И так до самого конца. Но и так, чтобы оставалось смутное ощущение того, что есть еще и реальная возможность чего-то еще. После 15 лет кома солдат встал и ушел насекомо. Он прилетел к окнам, где его ждали сын и дочка, две медали. А после их забрали, на глазах его забрали, как две медали. Сидели за столом солдаты, медали их ревели, насекомые стояли. Сын, полагаю, я смогу это отгадать. Poetry that was generally inclined not to notice the presence of the state, and then this it inherited actually from the late Soviet uncensored poetry. State was somewhere and poetry was in another place, and somewhere in the middle of 2000s poets stopped ignoring the state because it was the state violence, first of all, because it was no longer possible. Poets who write presently, they published their verse, first of all, on Facebook.
And this is a phenomenon of Russian Facebook that has become a proto academy and proto proto book, actually, because the paper book stopped being such a fetish as it was. The action of poetry is meant to be immediate and is meant to arouse discussions. Ебись конем, захлебывайся желчью и золотом и задохнись от газа, распухни от нефтянки. Следи за мной, устраивай прослушку, поплачь в мою подушку. Смерть обступает, как заросли борщевика чертополоха бурьяна. Говорит, что ее когда-то звали Татьяна, но потом ее завербовали. Пацаны с ФСБ или СБУ, не помнят, подарочки тролливали. А до дела дошло, там конкретные были угрозы. Целый год солдат не видал родни. Целый год письма не писал из Чечни. Почему? Недолюбливал писем. А придя домой, он приветствовал мать. Приветствовав мать, принялся выпивать. Алкогольно он был зависим. Тут созвал солдат мать, друзей, родню. Снова еду я воевать в Чечню. Не ругайся, маманя, пойми же. Я за 10 дней понаделал трат. Develops the practices conceived in mid-2000s. And there are some new characteristics. A poet no longer exists alone or in quasi-solitude, in a small circle of brothers and trade fans or fans of thin, small circulation poetry collections. Over the last two decades, new poetry has found a stable place in the academic community. Martians detained by the state refuse to help investigate, and their language is broken and bent. Don't believe in the dreams of a four, only death is on Mars, nothing more. We not real, do not us torment. У меня вчера было много глубоких мыслей, так много и таких глубоких, оу-ей-ей, так много и таких глубоких, оу-ей-ей, еле выбрался, брат. I had so many deep thoughts last night, so many, so deep, оу-ей-ей, so many, so deep, оу-ей-ей, I barely made it out, brother. Find me there. In the meantime, for 3 days, I hadn't been able to drag myself away from the crew at Lasina Ostrovskaya. The autumn translators were reveling in the harvest and taking their time with the translations. The king handed out grants for the invention of a vermicide machine. In the winter, they sent the dead and the mad to find me. The dead got tired and fell into our graves. Чё-то пипец какой-то, хочу новые джинсы. День четвертый. Чё-то Ксю не отвечает на смс-ки, позвонить чё ли? Позвонила, Ксю плачет, её МЧ выгоняют из института. Ну и чё теперь? С Димкой поссорились. Очень сильно, это трэш реальный. Из 60-летней, 80-летней, шикандосной, потому что полностью информированный и только чистое обаяние. 90-летний, 110-летний, шикандосный, и живые ещё, и мёртвые, они шикандосные. Тете Симе нравилась тетя Таня. Тетя Таня судец. Спокойная, как святая, гладкая, как леденец. На волю птичку отпускаю, а сам держу. Кому теперь ее вверяю? Ветрам, дождю ее на волю выпускаю, а сам дорожу, ее себя ли предлагаю на корм бомжу, что ждет ее помойки ветки и провода, но нет ни гнезда и ни детки. А может, да, она как гелию послушный, во тьму и свет взовьется быстрый шар воздушный. А может, нет, а может быть, ее полетом в краев края пройдет всего одна минута. И нет, и я на волю птичку отпуская, как сделать так, чтоб мышца сердца никакая была кулак, чтоб было вовсе не обидно, что ей видней, что снизу мне совсем.
совсем не видно, что видно ей поля пустые, как открытки, и нитки рек, и дальних поездов улитки, и редкий снег на волю птичку отпускаю уже совсем. Ладонь тихонько раскрываю, и глух, и нем, и вот уже ни коготочка, и не пера, а только маленькая точка. Увы, ура. Все, спасибо. Ой, спасибо.